Внимание. Оп. Старт. И вместо старта повел дельфин. Здесь же дикой на третьей позиции базар. Пытается сократить расстояние дикой и подъехать вплотную к дельфину. Лошади подходят к отметке первой четверти. Первая четверть за дельфином. 31,1 секунды, вторая четверть за дельфином. Вторым колесом проходит поворот Декор, а дельфин с небольшим преимуществом пока делается на первой позиции. На третьей позиции базар. К отметке третьей четверти впереди буквально на корпус дельфин. 34,1 секунды, третья отметка дистанции. В борьбе по дальней прямой Декор и дельфин. И вот на полкорпуса, уже почти на корпус впереди определяется Декор. И уже к отметке четвертой четверти бег повел Декор. 32,5 секунды, четвертая отметка за Декора. На 2.11 езда складывается, достаточно резвая езда. А с преимуществом в несколько корпусов бег ведет Декор. Что же нам покажет финишная прямая? Хватит ли дельфина на бросок? К отметке пятой четверти впереди Декор. 33,7 секунды. Пятая четверть за Декором. Финишная прямая, пока впереди Декор. Бросок полем делает дельфин. Подтягивается к ним базар. Рано выехал.